Специальное предложение только с сегодняшнего дня. Новогоднее предложение для вас и вашей семьи – это плед «Утренняя Флора». Потрясающее предложение, которое украсит ваш дом и создаст уютную атмосферу. Плед сегодня по специальной сниженной цене. Вы получаете сегодня выбор из 3 цветов. Особенная предновогодняя коллекция компании «Союз Текстиль», известные особыми фактурами, необычными тканями на российском рынке. Плед «Утренняя Флора» в 3 цветах. Давайте познакомимся, выберем по вкусу, по душе самый лучший, самый правильный и самый популярный в России подарок. Это, конечно, плед. Итак, у нас с вами 3 цвета в коллекции. Это розовый оттенок, вот как раз он сейчас в центре. Здесь много очень приятной лилово-фиолетовой палитры, которая является цветом гармонии в интерьере. Зеленый, главный цвет года. Посмотрите, какой насыщенный. Живые цветы буквально будут украшать ваше кресло или ваш диван. Летнее настроение посреди холодной зимы вместе с нашей утренней флорой. И бежевый оттенок. Изобилие ярких оттенков сегодня украшает нашу утреннюю флору. И я думаю, что Новый год вы встретите вот в такой приятной летней обстановке. Ну, у нашего пледа особенная фактура. Так. И в этом секрет нашего спецпредложения дня. А у нас в спецпредложении еще и подарки. Сегодня, делая заказ в прямом эфире, вы получаете в подарок целый набор новогодних полотенец. Это настоящий Новый год, настоящая подготовка к Новому году для тех, кто ищет идеи для подарков, для тех, кто ищет идеи, как украсить свой дом и создать уют. Посмотрите, вы получите вот такой набор милейших полотенец. Посмотрите, какая красота. Это вот такие детали создают новогоднее настроение в вашем доме. Ну что ж, Юр, ты заговорила о фактурах. Давай поговорим. Редко встретишь в магазинах предложение, когда плед из 2 фактур. Одна сторона мягче другой. Действительно, у нашего пледа 2 фактуры. Одна запринтована. Яркий, мягкий, нежный, очень густой Wellsoft. С этой тканью мы с вами знакомы. Это теплое полотно, это пушистое полотно. Укутываться одно удовольствие. Но я обожаю вещи многофункциональные. И поскольку мы заговорили все-таки о подарках к Новому году, подарки должны быть необычными. Мы так привыкли в России, чтобы все было весомо и как-то оригинально. Поэтому у нас с вами есть 2-я фактура у пледа «Утренняя Флора». Вот такая приятная, теплая сторона из овечьей шерсти. Посмотрите, насколько это уютно. Вот именно 2 фактуры делают плед многофункциональным. Так, если вы готовы нашу уютную цену разделить прямо сразу на целых 5 частей, то тогда расскажу, как использовать утреннюю флору. У нас 3 размера на выбор. 3 размера. Евростандарт пойдет как покрывало в вашу спальню. Посмотрите, большая кровать будет закрыта с бортиками в пол. Я думаю, что принт такой живой летний как раз-таки позволяет навести порядок и создать особое летнюю атмосферу в вашем доме. У нас есть 1,5-спальные и 2-спальные размеры. Туда, Аришенька, именно эти размеры мы будем помещать в гостиную, на диваны, на кровати, как защиту нашей мебели, а также как элегантный декор. Плюс это теплое одеяло из овечьей шерсти, которое согреет вас, подарит вам мягкое, легкое, уютное тепло. Специальный мех именно с теплом овечьей шерсти для нас сделали наши дизайнеры. Это еще и теплый напольный ковер и гостевой матрас. Если мы с вами сложим вот так пополам, получится толстый 2-сантиметровый напольный гостевой матрас. 5 в 1. 5 в 1, только задумайтесь, по одной специальной цене. А вы знаете, что новогоднее время – это время гостей. И вот так мы часто говорим, да, своим гостям: оставайся у меня, да, а как с уютом устроить этого гостя, мы иногда и даже не знаем. Вот предложение, которое заменит вам 5 элементов в вашем интерьере. 1999 рублей за 1,5-спальный размер, и это действительно похоже на овечку очень. Это даже мягче, чем овечка. Укутайте себя теплом, укутайте себя уютом. Но я хотела бы сразу, Юль, спросить у тебя, такая многофункциональная вещь в нашем доме, насколько это практично вообще? И матрас, и одеяло, и покрывало, и защита. Ну вот компания «Союз Текстиль» как раз славится практичными фактурами, и красоту, и практичность они соединяют, я считаю, умелее всех в России. Мы с вами проверим. Ну, действительно, вот бывает натуральная овечья шерсть, которая, ну, вроде бы она, конечно, тоже дает тепло, но со временем эксплуатируем все-таки активно плед, укрываемся, стелим. Овечья шерсть имеет свойство скататься, и потом ее просто не разорвать, то есть выходит из строя плед. Ну, вот примерно так я вам и показываю. Вот у меня в руках как раз натуральная овечья шерсть. Смотрите, что происходит. Вот вы укрывались, вот вы ложились, и получается вот такая вот нехорошая ситуация. В данном случае это современное волокно под овечью шерсть, которая остается остается в своей пушистой фактуре надолго. Плед износу стоек, долговечен, и пушистость свою Аришенька не теряет даже после стирок. Не накатывается именно за счет специальной обработки, именно за счет особого синтезированного волокна. А это значит, что плед «Утренняя Флора» прослужит вам долго в первозданном виде. Такая мягкость и такая нежность, еще и практичность. Только задумайтесь, 1000 рублей экономии. Вы экономите прямо сегодня еще и на подарках. Посмотрите, к нашему специальному предложению дня. Делая заказ в прямом эфире прямо сейчас, вы получаете в подарок набор новогодних полотенец. Посмотрите, вот ответ на вопрос, как создать новогоднее настроение дома. Заказывайте специальное предложение дня, дарите подарки, дарите уют своему дому и получайте подарки от телеканала Shop and Show. Еще один вопрос от практичных хозяек, которые звонят нам в прямой эфир и часто спрашивают: у меня дома животные, допустим, кошка или собака, и часто они прыгают на кровать. И как часто мы их закрываем в другой комнате? Больше собак и кошек закрывать не придется, пусть отдыхают с вами на вашем кресле, на диване, на кровати. Дело в том, что уникальность этого полотна, вот как раз Wellsoft, который с принтом, в том, что зацепить и вытащить петельку практически невозможно. Здесь работает система антикоготь. Это специальное трикотажное плетение. Мы сейчас с вами проверим. Вот роль коготочков наших животных будет выполнять щетинки металлические брашинга. Вот посмотрите, просто вот они впиваются, да, вы видите. Вот, и нет зацепочки, и нет петельки. Супер. То есть настолько износостойкое, прочное полотно, что хватит вам такого пледа на долгие годы. Если вы практичная хозяйка, выбирайте современные ткани, современные технологии. Подарите себе самую нежность, подарите себе уют тихих домашних вечеров. Укройтесь в мягкий уютный плед и почувствуйте эти нежные прикосновения. Посмотрите, какая фактура. 2 фактуры, 5 в одном. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Можно подарить своему дому, можно защитить свою мебель, можно использовать как одеяло, покрывало для кровати, защита новой мебели и преображение вашей старой мебели. Создайте новогоднее настроение у себя дома. Подарите себе уют и тепло современных материалов. Сделайте ваш Новый год теплым и уютным. Сделайте свою первую покупку на телеканале Shop and Show именно сегодня и получите в подарок золотую карту абсолютно бесплатно. На этой карте уже будет 200 бонусных рублей, которые вы можете потратить в свое удовольствие. Заказывайте прямо сейчас и получайте золотую карту бесплатно. И копите бонусы, а потом ими расплачивайтесь. Юль, расскажи, пожалуйста, как правильно ухаживать за нашим пледом, чтобы эти краски остались надолго? Ну, прежде всего скажу, что мы экономим с вами на химчистке. Постирать можно плед дома в стиральной машинке при температуре 30 градусов. Но для того, чтобы проверить стойкость, красителевские яркие у нас принты и в бежевом, и в зеленом, и в розовом исполнении, мы с вами постираем плед при 100-градусной температуре. Дома стирайте 30-40. Но мы с вами проведем стресс-тест для того, чтобы понять, насколько устойчив краситель. Яркий принт будем окунать вот в такой вот 100-градусный кипяток. Посмотри. И плед я специально поставила на белую основу. Внимательно посмотрите. Абсолютно чистая вода. Супер. Вот как была чистая, так и осталась. Краситель устойчивый, значит, вам пледа хватит на долгие годы. Он долго будет радовать вас первозданным видом. Настоящий подарок.